А перед началом ролика хочу посмотреть канал Escape TV. Он снимает видосики по КРМП, также снимает сам Premier Game, это русский город. Обязательно подписывайтесь, ссылочку на него оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Atom Roleplay. И сегодня у нас будут админ будни. Хочу с того, что вы писали, что на серии играют боты. Вы что, ебанутые что ли? Реально, я очень смеялся, блин. Эти комментарии, там было где-то 5 комментариев, что на серии играют боты. Что, ой, классно, ты за ботами следишь и так далее. Ну, блин, это спешило, смотрите, вот, 126 онлайн сейчас. Время 10 часов, 10:30 по МСК, пацаны. И вы говорите, что здесь бот играет, можете сами зайти убедиться, реально. Хотя это не мой сервер, но, блин, мне реально смешно было, что здесь играют боты, вы говорите. Это реально бред полнейший. Естественно. Так что, кто это писал, блядь, зайдите сами убедитесь, а не просто, блядь, диванные эксперты, так сказать, зашли, блядь, написали хуйню, блядь, и все. Реально меня от этого немного бомбануло. Хотя это не мой сервер. Итак, давайте начнем, в принципе, наш админ-патруль. Итак, спекаем за первым сразу. Вот, Биг Босс. Да. По-любому бот, по-любому, пацаны, боты, одни боты, блядь. Вы чё, одни боты играют, вы чё, не знали? Ебать, по его глазам видно, он бот, пацаны, он бот, смотрите, по-любому. По-любому. Реально, мне вот, я буду пиздец смешно просто. Так, вот первый наш клиент, Джайл. 12-1-30 ЕПП. Все, улетел пацанчик за ЕПП. Надеюсь, вам будет нравиться админ патрули, потому что я стараюсь, как бы, зашел специально, когда онлайн более-менее нормальный. И поэтому, в принципе, с вас лайкосики обязательно. И кому понравился сервак, заходите, IP-группа Modpack, сайт, форум будет в описании. Так, давайте посмотрим, что он тут делает. Если он будет дэмить его, нет, он не дэмит, он просто его удалил. И все. Так, этот по ФК стоит. Чувак летит на вертолете. Блять, просто. Ну как можно подсказать, что на сервере играют боты? Блять. Боты будут писать в чат. Привет, Кирилл, ты снимаешь и так далее. Вы, блять, серьезно? Ну пиздец, как можно было. Как в голову могла прийти такая идея, блять? Ой, мысль, точнее. Я просто реально не представляю, блин, ну это пиздец. Это реально пиздец. Так, чувак по полю бежит. Так, тут у нас чувак остановился. Так, он его расстрелял или что? Что произошло, ёпта? Ну серьезно, блин, ну такой бред писать. Так, он МГшит или нет? Нет, он не МГшит. Вот, видите, Кирилл, я твой подписчик. За что посадил Де Морган и что такое ЕПП? Серьезно, блин? И вы говорите, что здесь бот играет? Блять, ну как можно так говорить? Ну пиздец просто. Просто, блядь, пиздец. Да, боты могут тайм писать и так далее. Ну, блядь, ну это пиздец. Это пиздец. Кирилл, ты не ютубер? Давайте напишем всем... Всем... Добрый... Добрый... Вечер. Все напишут добрый вечер. Вот даже можете, в принципе, репорт почитать. Здесь видно, блин. Ну, серьезно. Я вам поздоровался, написала пару человек. Кирилл, пожидай 30к, умоляю, я тут подписчик. Ну, вы серьезно, и боты бы... Я вообще не знаю, как можно даже сделать, чтобы боты так писали. Ну это пиздец, блядь. Ну, блядь, просто меня подгорает от таких. Понимаете? Вы пишете такую хуйню в комментариях, и все в это верят, понимаете? Вот в чем проблема. И вы это как бы факты, ну, не представляете факты, доказательства этого. Реально это бесит. Поэтому прежде чем писать какую-то хуйню, докажите и проверьте ее на сервер, зайдите. А не пишите, блядь. Серьезно, мне это в принципе похуй, понимаете? Но вы обманываете моих подписчиков, других игроков, понимаете? Они думают, вот тут написали хуйню, типа боты, они верят и лайки ставят под этим. И не заходят на сервер. Мне это похуй, это не мой сервер. Можете писать все что угодно, но блин, зачем врать? Я не понимаю, вот зачем врать просто? Зачем мы? Так, тут какой-то чувак катается. Не знаю, что он делает. Эти Porsche красивые. Что-то он пытается делать непонятно. Ладно, хрен с ним. Так, за панихоп у нас не наказывают. Так, давайте его накажем. 7-й, по-моему, да? Как он был? 7-й, да? Джайл. 7-1-30. Нон-РП-езда. Нон-РП-езда. Улетел пацанчик, все. Нормально.
Так, извиняюсь, телефон у меня сел. Так, что, погнали дальше? Так, вот один уже сидит, чувак. Эти люди работают и так далее. Блин, ну, пиздец. У меня реально бомбит просто. Я зашел в комменты, почитал, ну пиздец, думаю, блядь. Ну как можно такую хуйню писать просто, блядь. Я смеялся прям реально, чуть не до слез просто. Пиздец. Так, чувак какой-то стоит, деньги снимает. Во. Тебе прикольный КПП. Чё, подмогу вызвал? Ладно, нормально. Кстати, вообще читеров нет на самом деле. Вообще никого. Ни одного. Я за все время, за эти. С того момента, как сервак открылся, я одного читера только забанил. На этих наручниках и все. Как бы, блин. Такой бред просто. А, чувака надо кикнуть за то, что он долго АФКшит, в принципе. Кик 152. 152, нон РП сон. Нон РП сон. Здесь сегодня будет насыщенная серия. Так, давайте спек один. Таксист всех разводит, я вижу. Ну, красавчик, чё. Вот еще пятый, в принципе. Я кикаю за норпессом, потому что, блин, если больше 10 минут АФК, что, ну, можно, в принципе, кикать, я думаю. Как бы, да, сервер бывает забитый, чуваки. Как бы 350 онлайн здесь бывает, поэтому не удивляйтесь. Так, чувак толкает тачку, в принципе, ладно, не будем вмешиваться в РП-процесс. Хотя иногда помогаю, когда там мало людей, в принципе, я спекую. ТП-хаюсь и чиню машину. Но, в принципе, не особо не хочу вмешиваться в РП-процесс. Мне не влом, как бы, но не хочу. Так, вот, ну, РП-езда. Так. Джайл. 301. 1. 30. Нон. РП-езда. Колесо напишем. Колесо. Колесо или колесо. Ладно, хрен с ним. По-моему, колесо. Не, колесо. Бля, сейчас бы, блядь, не помню, как колесо пишется, пиздец. Так, чувак какой-то стоит у нас. Больше 10 минут. Так, этого тоже можем кикнуть. Так, он 36-й, запомним. Так, 36-й. И 36, но РПСон. Так. Теперь спек 37-й. Начинаем с 37-го. Так, он стоит на Нашане, нихуя не делает. Так, тут у нас какая-то сделочка идет. Как бы, ну, то, что на сервере полностью, вы считаете, что здесь можно сделать все, что угодно. Как бы, на сервере я только один админ работаю, на самом деле, когда меня нет, вообще админов нету. И я за сегодня 109 минут уже отработал, так сказать. В принципе, да, это маловато, но, блин, я, понимаете, всего лишь один админ на весь сервер. Я один админ на весь сервер, понимаете? Да, есть админы, блядь, но нихуя они не работают. Один, по-моему, есть админ, и он утром зашел. Тупо катается на тачке и все. Как бы, ну, блин. Так, чувак остановил. Так, таксиста, что он тут пишет? Где его достать? Здравия. Ладно, не будем этому мешать, в принципе. За красный мы не наказываем, я за ИПП наказываю, в принципе, за МГ. И так далее. Так, за манихоп тоже не наказываем. Так, давайте сначала пойдем теперь. Потому что мы отспекали. Так, чувак бежит. Биг босс. В принципе... За норпайник тоже. Ебать, нихуя себе машинка, блядь. Так, только что он тут делает, мне интересно. На служебной-то машине. Так, Фернандо Эванс. Это у нас-то. Давайте посмотрим, как он будет ездить. Потому что что-то мне кажется, блядь, что ему можно вареник ебать. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если он сейчас будет беспредельничать на этой... На этом КамАЗе... то можно ему влепить вареник. Так, что там по встречке едет? Что-то мне это не нравится. Так, что он делает, интересно? Давайте понаблюдаем за этим. Так, что-то он пытается заехать. Ага. Ага, давай. Либо он наверное, помогает чуваку за эту тачку. Ладно, не будем мешаться. Так, чувак идет в мотосалон. Чувак бежит по полю какого-то хрена. А, он на эту, на эти идет, как его. Я забыл, блядь. Как они называются, блин? А, на шахту идет. Так, что-то у нас тут два чувака стоят. Чьи там обсуждают? Нормально. Че, нормально? Мы не знаем, ну ладно. Хрен с ним. Погнали дальше спекать. Так, и что за бред? Так, 20-й.
Походу у меня лег сервак. Да. Да, перезагрузка. Сейчас продолжим, хули. Так, вот я авторизовался. Я очистил чат, чтобы мой IP не спалили. И у меня дом, кстати, слетел. Вот почему я на вокзале сюда спавлюсь. Так. И, сука, кто-то купил мой дом. Ахуено. Дай денег позже, на Кирилла снимешь. Чувак, у меня уровень маленький, я не могу вареники снимать, к сожалению. Поэтому Роберт Винстон. Сука. Теперь я остался без дома. Ну ладно, найдем хотя бы квартиру, я думаю. Хуй с ним. Ай, блядь. Так, что-то я не наблюдаю вообще никаких нарушений. Блин, прикольная, кстати, тачечка вот эта маленькая. Что-то не видел в автосалоне. Ну, прикольненькая, чё. Вроде то Opel, если я не ошибаюсь, но я хз. Так, тут чувак на велике едет, в принципе. Ну, по полям на велике можно ездить, на мотоцикле нельзя. Так, чувак бежит куда-то. Лицензию на оружие. Чувак, я сейчас этим не могу заняться. Поэтому извиняйте. Так, Дмитрий. Здесь я рейндж-ровер купил. Соломон какой-то, так. Чуваки едут на геликах, такие блатные. По-моему, это какая-то ОПГ, либо еще какая-то дичь. Сейчас посмотрим, что они будут делать. В принципе. Так, я даже могу на гейм проверить. Возможно, игрок использует рот мод. Да ну нахуй! Оу, щит, мазфака. Братан. Чё-то ты попал, походу. А ну, ещё раз проверим на ГМ его. А ну-ка. Мне кажется, что ты юзаешь ГМ. Я на игрок чист, показано, уменьшился. Так, ну сначала показал, что он ГМ. Давайте еще за ним понаблюдаем. Так, посмотрим. Что-то мне он показался подозрительным. Его показалось, что он ГМ. Но, возможно, античит ошибается. Сейчас мы посмотрим. О, он вышел с игры. Угу. Но, блин, античит, точнее, проверка на ГМ показала, что он использовал ГМ. В принципе, видели сами, у него машина была как бы, ну, бампера типа разбиты, но ХП было полное. Интересно. Так, давайте тогда забавим его, в принципе, в офлайне. Потому что, блин, я думаю, система не ошибается, как бы. Потому что он что-то сразу офнулся. Прийти на ГМ. ГМ. Баним. Все, забанил. Так, вот еще один очередной чувак, который использует ГМ, смотрите. Только что меня показывают, видите, у него из машины идет дым, и у него ГМ. Смотрите, машины дым идет, но она целая полностью. И, блин, даже система показывает, что он ГМ, понимаете? Даже система показывает, что он действительно ГМ. Сейчас посмотрим, если он заведется, смотрите. Смотрите просто на это. Он пробует завести машину. Сейчас он, по идее, должен подрубить ГМ. Так, короче, я его забанил. Давайте спекать дальше. Так, не в игре. Идем дальше. И представьте, кого я еще дошел. Вот, смотрите, мотоцикл Дебиса. И я пишу ГМ. И вот, смотрите. Он действительно ГМ. Действительно, его спалил античит, смотрите. Он действительно ГМ, блядь. Ёбаный в рот. Чё вас так много, блин? Чё вас так много? Восьмой тоже ГМ, просто. Я в шоке, блин. Вот еще один ГМ, смотрите. Просто вот. Тоже походу ГМ писал только что перед этим. Я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. She was from the north. She was